Всем привет! Виртуальный мобильный оператор Йота изменил условия раздачи безлимитного мобильного интернета на тарифах для смартфона. Услуга «Общий доступ в интернет на 30 дней», которая до недавнего времени стоила от 100 до 400 рублей за 30 дней, теперь доступна по цене 100 рублей за 30 дней для всех регионов России. Это касается как актуальных тарифных планов, так и архивных, что подтвердили в техподдержке Йота ВКонтакте. Небольшой казус в данной ситуации заключается в том, что другие услуги Йота по раздаче оказались крайне невыгодными. На текущий момент выходит, что раздача без лимита на 30 дней стоит почти столько же, сколько раздача без лимита на 2 часа. И почти в 2 раза дешевле, чем раздача без лимита на сутки. Это касается тарифов Йота для смартфона. Напомню также, что на тарифах Йота для планшета безлимитный интернет можно раздавать бесплатно на максимальной скорости и без ограничений по трафику. Но кое-какие ограничения при раздаче безлимита что на смартфонах, что на планшетах все-таки имеются. При использовании сим-карты в модеме или роутере ограничение скорости до 64 кбит в секунду. При использовании файлообменных сетей, например торрентов, ограничение скорости до 32 кбит в секунду. Изменение, безусловно, приятное. Если раньше в некоторых регионах стоимость раздачи без лимита достигала 400 рублей за 30 дней, что очень и очень дорого, то теперь стоимость везде приемлемая – 100 рублей за 30 дней. А на этом у меня все.